В настоящее время иностранцы привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы пограничной зоны. В этом году столь массовое задержание фиксируется впервые. Всего же с начала года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю за незаконное нахождение в пограничной зоне вблизи российско-абхазской границы задержали и привлекли к административной ответственности порядка 200 нарушителей пограничного режима. Часть села Веселая, как и другие населенные пункты в междуречии Псоу и Мзымты, слева от дороги Сочи-Сухум, входит в пограничную зону, и кроме документов, удостоверяющих личность, все приезжие должны получить регистрацию по месту пребывания на территории города-курорта Сочи, либо оформить специальные пропуски. Дополнительную информацию о порядке их оформления можно получить по телефонам в Краснодаре и Сочи.